В рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева и Дня языков народа Казахстана в Западно-Казахстанском университете имени Махамбета Утемисова прошел республиканский онлайн-семинар. Участники встречи поделились своими взглядами на сохранение и развитие богатого наследия основоположника казахской лингвистики Ахмета Байтурсунова. 5 сентября в стране отмечается День языков народа Казахстана. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день родился Ахмет Байтурсынов, который боролся за судьбу и будущее народа. Поэтому в день рождения ученого, основоположника казахского алфавита, закономерно праздновать знаменательную дату. Книга Ахмета Байтурсынова «Адебиет таныткыш» – первый фундаментальный труд казахской литературы. В научно-теоретической работе «Адебиет таныткыш» даны четкие определения теории и критики литературы, истории и методологии. Мы используем эти труды в своих работах по сей день. Участники онлайн-семинара обсудили значимость наследия Ахмета Байтурсынова, его вклад в духовное воспитание подрастающего поколения. Он является автором и реформатором нового алфавита, который на основе арабской графики был адаптирован к казахскому языку. Продолжая развивать просветительские традиции Абая, Байтурсынов поднял и казахскую литературу на новый уровень. Также участники мероприятия обсудили процесс реализации языковой политики в регионе. Данный праздник в этом году имеет свои отличия. Это в первую очередь он приурочен к юбилею нашего великого Абая и в данном случае и к дню рождения Ахмета Байтурсынова. Поэтому эти два светоча, это две великие личности, они первым, допустим, Абай, он обосновал литературный язык, казахско-литературный язык, а Ахмет Байтурсынов, он предложил теорию языка. Да? Как отметили участники семинара, язык – одно из главных достояний народа. Он помогает сохранять многонациональную культуру Великой степи. Альбина Кумургалиева, Талгат Муратбаев, Алтынбек Кабделов, телеканал Ак-Жайык.